достойно, причаститеся, причистых твоих и небесных даров, сподобил силам. Но владыка человека любчим, нас ради веры же воскресей, и даровал нам страшное сеже творящее таинство, во благодеяние освящение души телес наших, дать люди силы и освящение души же тела, в отгнании всякого сопротивного просвещения очи сердца моего, в мир душевных моих сил, не постыдну, любовь нелицемерную, в исполнении премудрости, в соблюдении заповедей твоих, приложение божественной твоей благодати твоего царства и присвоение, да во святыне твоей диме сохраняем, тобою благодать поминаем всегда, и не к тому себе живу, но тебе, нашему владыце, благодетелю, и так у всего жития шета, надежды живота вечного, то есть насущный достигнут покой, иди же праздующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих твоего лица доброту неизреченного, ибо все истинное желание, неизреченное веселье, любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя поет вся тварь во веки. Владыка Христе Боже, царю легко посадите же всех, благодарю тебя всех, я же не все подал благих и причащений, причистых, сожитворящих твоих таинств, молю, Бога тебя, блажен человеколюбчие, сохрани меня под кровом твоим, все непрерывные дары чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащаю тебя святых твоих, в оставлении грехов и в жизнь вечную, ты во земле, в животный источник святыни, подать и благих, и тебе славу посылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне присно и во веки веков, аминь. Дай пищу мне в плоть твою, волю овенцы поля недостойны, да не опалишь и меня, Садитель мой, паче же пройди, волуды моя, во все суставы, волдробу в сердце. Попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу твердись, как миф купи, чувств просвети, простую петерицу, седломя пригвози страху твоему, присно покрый, соблюди же, сохрани меня от всякого дела, и слова души тленного, очисти мои, проси меня, удобри в разуме, просвети меня, покажи мне твое селение единого духа, и не к тому селение греха, да я ко твоего дому входом причащения, я ко огня бежит, и не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвы не тебе приношу все святые, чиноначальные же бесплодные, предтечу твоего, премудрые апостолы, сим же твою нескверно чистую матерь, и же мольбы и благоутробные прими Христе мой, и сыном света содела твоего служителя, ты выйси освящение единый, наши блажи души светла, и тебе ли поподобно я ко Богу, и владыцы славу, сила славим на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне живот вечный, и кровь Твоя честная в оставлении грехов, будь же мне подарить, неси в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобим я грешного, стать единственной славы Твоя, молитвами причистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моей души, надежда по крови, прибежище утешение, радование мое, благодарю тебя, Господобила Месси, недостойного, причаститеся, причастника быть и причистых, тела и честных, крови сына твоего, но родший истинный свет, просвети мое умнерчие сердце, я же источник бессмертия, родшая же твое имя, мы члена грехом, я же милостивого Бога, любовь благородная мать, помилуй меня, и дашь мне миление сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание применение помышлений моих, и сподобь меня до последнего воздыхания несуждена, примать тебе чистых тайн, освящение в исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, вы же придите и славите во все дни живота моего, яко благословенное, препрославленное, и во веки аминь. Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видя стал отче мои, спасение твое, еже сил готов пред лице всех людей, свет в откровении языка, славы детных Израиля, святый Божий, святый детки, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый детки, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый детки, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне пресно и на веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посети исцели немощи наши, и мир Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресная во веки веков. Аминь. Отче наш, иси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава, царственница, так и духа ныне пресная во веки веков. Аминь. Устрой яко же света вся огня, воссиявши благодать, вселенную просвети, не серебролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам смири, на мудрее показа, но Твоими слови Сына газуя очи, а не златоуси, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес влиялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, я не златоуси, все блаженные преподобные, достойно хвалим Тебя, и сибо наставник, яко божественно являя, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан не постыдное, ходатайство Отцу непреложное, не презри вечный, молитвы не классы, но припори, яко благая помощь нас верно зовущих ей, и сгори на молитву почисено моление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тебя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресной во веки веков. Аминь. Честнейшую Кирилл, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова Ручу, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним благослови, Отче. Молитвами Святый Отец наш, Господи Иисусе Христе Бога нас, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Где тот маленький ковёрчик вы здесь постелите? Тот маленький ковёрчик вы здесь ставите. Благословен Бог нас всегда, ныне присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Священнее спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуй всех мира, благословение святых Божьей Церкви и соединение всех, Господу помолимся. Ходящий конь, Господу помолимся.
сегодня друг с другом и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. Подаровать им всего просимого для спасения и детей для продолжения рода Господу помолимся. Господи, помилуй. О неспасании, помощи и совершенной мирной любви Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы Господь Бог даровал им честный брак и неоскверненное ложе Господу, помолимся. Господи, помилуй. Чтобы избавиться им членам от всяких скорби, гнева и нужды Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Божию Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Ты, Господи, яко подобаете всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Боже вечный, собравший для соединения разделенных и определивший им нерасторжимый союз любви, да ты благословил Исаака и Ревеку и явил их наследниками Твоего обещания, ты сам благослови и этих Твоих рабов Виктора и Иоанну, наставляя их на всякое доброе дело, ибо Ты милостивый, любимый Бог, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Благослови ваше, Господи, и преклоните. Господи, Боже наш, Ты предопречивый себе из народа в церковь, Деву чистую, сам благослови, и это обручение соединит Твоих рабов Виктора и Иоанна. Сохрани их в мире и единомыслии, ибо Тебе принадлежит всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Провода через отдите нет. Обращается раб Божий Виктор, рабе Божий Иоанне во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Обращается раб Божий Виктор, рабе Божий Иоанне во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Обращается раб Божий Виктор, рабе Божий Иоанне во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Обращается раб Божий Иоанна, рабу Божий Виктору во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Обручается раба Божия Анна, рабу Божию Виктору, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божия Иоанна, рабу Божию Виктору, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Указательный ключ. Не обидел нас. Так, теперь обидимся.
Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Боже наш, Ты, сопутствующий Месопотамии, посланному патриархом Авраамом, слуге его, чтобы он избрал жену господину своему Исааку и посредством возношения, Ты указал ему Ревекку для обручения ее с Исааком, Ты теперь сам благослови обручение этих рабов Твоих, Виктора и Иоанну, и утверди их взаимное согласие, утверждая его Твоим святым соединением, ибо Ты вначале создал мужской и женский пол, и Тобою жена соединяется с мужем для помощи ему и для продолжения человеческого рода. Ты, Господи Боже наш, пославший нам Твоему наследию истину, обещанную Тобою нашим отцам, Твоим рабам, избранным Твоим в каждом роде и поколении, Ты теперь сам милостью возри на Твоего раба Виктора и на Твою рабу Иоанну, и утверди их обручение в истине, вере, любви, единомыслии, ибо Ты, Господи, сам даровал обручение, являя его для утверждения всего. Перстнем дана власть Иосифу в Египте, через перстень прославился Даниил в Вавилонской стране, через перстень обнаружилась правота Фамари, через перстень наш Небесный Отец явил милость своему сыну, сказав: дайте перстень на правую руку его, закалите, откормится теленка, будем есть и веселиться. Сама десница Твоя, Господи, вооружила Моисея на Черном море, и Ты своим истинным словом утвердил небеса и основал землю. Так Своим могущественным словом и Твоею всесильной рукою да благословится и десница этих Твоих рабов, и Сам Ты, Владыка, благослови теперь Своим небесным благословением это возложение перстней на Твоих рабов, чтобы ангел Твой шествовал пред ними во все дни их жизни, ибо Ты, все благословляющий, осеняющий Бог наш, и Тебе мы высылаем славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоя, молим Тебя, все услыши и помилуй. Молимся о многострадальной стране нашей российской и правителях и православных людей в отчести, об Отечестве и России несущих и о спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о православном епископе Российской Церкви и господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Ларионе и все во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о родителе Кунжик, Виктор и Аня, обручившихся друг с другом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о братьи и всех христианах. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, прими эту нашу усердную молитву, не спаси обильно Твоя милости, милости Твоим рабом Виктору и Ане, всегда храни их в мире, любви и единомыслии. И в этой милости человека любит Бог небеса, высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Твоих рук блажен Ты, и благо Тебе. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
плодовитила за в доме твоих сыновей, сыновья твои, как масина, щелети вокруг трапезы твоей. Слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Так благословится человек, боящийся Господа. Слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благословит тебя Господь Сион и увидит благодеть Иерусалима во все дни жизни твоей. Слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Увидишь сыновей и сыновей твоих мир на Израиля. Иоанны, которую видишь здесь перед собою. Имею. Святые очи. Святые очи. Имеешь ли ты, не связан ли ты обещанием другой невесты? Не связан, святые очи. Имеешь ли ты, Иоанна, искреннее, непринужденное желание и твердое намерение быть женою этого Виктора, которого здесь ты видишь перед собою? Не связан ты обещанием другому жениху? Не связан, святой. Благословен Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Миру Господу помолимся. Господи, помилуй. Послыши мире и спасение душ наших, Господу помолимся. Состояние Святой Божьей Церкви и соединение всех. Господу помолимся. Господи, помилуй. Посвятим храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим, входящих в огонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Православному епископу Российской Церкви, Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Ларионе и всей во Христе братья наши. Господи, помилуй. Российской православной людей в Отечестве России, несущих о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Божий, Виктор и Аня, сочетающихся сегодня друг с другом для брачного общения, и о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господь, как ткани Галилейской благословил этот брак, помолимся. Господи, помилуй. Чадородие на пользу Господу помолимся. Господи, помилуй. Радоваться им при виде своих сыновей и дочерей Господу помолимся. Господи, помилуй. Подарование мобильного чадородия и безукоризненной жизни Господу помолимся. Господи, помилуй. Повесить им всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. Благодатью. Господи, помилуй. Весь, который на чистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе, друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим. Всякое подобает тебе, всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресной, во веки веков. Чистый Создатель всего существует, и по своему человеколюбию преобразовавший ребро праотца Адама в жену, и благословивший ее и Адама, и сказавший им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, и ты, супружество явивший их двух одним телом. Поэтому оставит человек отца свою, мать свою, прилепится к жене своей, будут двое, одна плоть, и что Бог соединит, того человек да не разлучает.
Ты, Господи, благословил раба своего Авраама и разрешил неплодство Сары, сделал его отцом множества народов. Ты даровал Исааку Ревеку и благословил рожденного ею. Ты сочетал Иакова и Рахилю и явил от него 12 патриархов. Ты соединил Иосифа с Ценефой и даровал им Ефрема и Манасию плод чадородия. Ты принял Захарию и Елисавету и явил через их рождение предтечи. Ты произрастил из рода корня Иссеева вечно Деву Марию, и от нее воплотился и родился для спасения человеческого рода. Ты по неизреченному твоему дару и великому милосердию, пришедший в Кану Галилейскую, благословил там брак, и всем этим ты показал, что на законное супружество и его чадородие есть твое соизволение, поэтому ты сам, Пресвятой Владыка, прими моление нас, твоих рабов, и как в Кане благослови этот брак, явивший здесь невидимым своим присутствием, даруй этим твоим рабам, Виктору и Иоанне, мирную жизнь, долгодетствие, целомудрие друг к другу, любовь и союзе мира, долгожизненное потомство, благодать на детей, неувидаемый венец славы, удостоив их видеть детей у детей, сохрани непороченным их ложе и даруй им свыше от небесной росы и от земного богатства, наполняя их дома пшеницей, вином, илеем и всяким добром, чтобы они могли подавать и нуждающимся, а также даруй находящимся с ними все просимое для спасения. Ибо Ты, Бог милости, щедрот и человеколюбие сии, мы высылаем славу Тебе, Твоим безначальным Отцом, Пресвятым, Благим и Творящим Твоим Духом, ныне приисно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословен Ты, Господи Боже наш, священнодействователь таинственного и непорочного брака и законоположитель брачного единения, покровитель целомудрия и благоустроитель всего земного. Ты, Владыка, создавший в начале человека, поставил его царем над всеми творениями и сказал, «Нехорошо быть человеку одному на земле, сотвори ему помощника, соответственного ему». И, взявши одно из ребер его, ты создал ему жену, увидев которую Адам сказал, «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Поэтому оставит человек отца своего, мать свою, и прилепится к жене своей». И будут двое одна плоть, и что Бог соединил того человека, да не разлучает. И теперь Ты сам, Владыка, Господи, Боже нас, не спаси Твою небесную благодать на этих Твоих рабов, Виктора и Иоанну. И даруй этой Твоей рабе во всем повиноваться мужу, а этому рабу Твоему быть главою жены, чтобы они жили по Твоей воле. Благослови их, Господи, Боже наш, как благословил Ты Авраама и Сару, благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Исаака и Ревеку, благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Иакова и всех патриархов, благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Иосифа и Эсенефу, благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Моисея и Сефору, благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Иакима и Анну, благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Захарию и Елисавету. Сохрани их, Господи Боже наш, как сохранил Ты Ноя в ковчеге. Сохрани их, Господи Боже наш, как сохранил Ты Иону в чреве кита. Сохрани их, Господи Боже наш, как сохранил Ты от огня трех святых юношей, Анани, Азарии и Мисаила, не спаслав им с неба росу. Да снизойдет на сочетающихся Твоих рабов радость, какую имела блаженная Елена, когда нашла Твой святой крест. Вспомни, Господи Боже наш, как вспомнил Ты Еноха, Сима и Илью. Вспомни, Господи Боже наш, как вспомнил Ты святых Твоих 40 мучеников. Не спаси им с неба венцы. Вспомни, Божьи родители, воспитавших этих обручившихся, так как молитва родителей утверждает основание домов. Вспомни, Господи Боже наш, и Твоих рабов, обручившихся, ценившихся для этой радости. Вспомни, Господи Боже наш, Твоего раба Виктора и рабу Твою Иоанну, и благослови их. Даруй им плод чрева, благочестивых детей, телесное и духовное единомыслие,
возвысь их подобно кедрам ливанским и ветвистой виноградной лозе. Даруй им хлебное семя, чтобы, имея всякий достаток, они были щедры на всякое доброе и угодное тебе дело. И да видят они вокруг своей трапезы сыновей и сыновей своих, как масличные ветви. И чтобы, угодивши тебе, они как светило воссияли на небе у тебя, Господа нашего. Тебе же, с обезначальным Отцем, пресвятым благим растворящим ты Духа, да будет слава, честь и поклонение, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Создал из праха человека и воссоздал из его ребра жену и соединил его с ней, подобно ему, помощницей, ибо так угодно было тебе, величественному, чтобы человек не один был на земле, ты сам, владыка, и теперь простри твою руку из твоего святого жилища и соедини этого раба твоего, Виктора, с этой рабой твоей, и Анны, ибо только одним тобою сочетается жена с мужем, соедини их в единомыслии, венчая их в единстве плоти, и даровавший им деторождение, умножь их потомство, ибо Твоя власть и Твое царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Венчается раб Божий Виктор, рабе Божий Ане, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Венчается раб Божий Виктор, рабе Божий Ане, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Венчается раб Божий Виктор, рабе Божий Ане, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Раба Божия Иоанна, раба Божий Виктор, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Венчается раба Божия Иоанна, раба Божий Виктор, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Венчается раба Божия Иоанна, раба Божий Виктор, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи Боже наш, славой и честью венчай их. Господи Боже наш, славой и честью венчай их. Господи Боже наш, славой и честью венчай их. Прокинем глаз осьмы, положились и на главах их венцы, от камней честны, живота просишь у тебе, и дал и сим. Положились на головах их венцы, от крови нечистых, от крови нечистых, живота просишь у тебе, и дай сии. Я катарсии благословения в век века, возвеселивший я радостью с лицем твоим. На главах их венцы, от крови нечистых.
Ефесянам послание святого апостола Павла, чтение. Амин. Братья, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что и муж есть глава жены, и как Христос глава церкви, он же и спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела ее, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да убоится своего мужа. Премудрость проси, услышим все так и Евангелие, мир всем. От Иоанна все так и Евангелие, чтение. Третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус, ученики его, на брак. И как не доставала вина, то матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водой, и наполнили их доверху. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудес в Кане Галилейской, явил славу свою, уверовали в Него ученики Его. Все от всей души, и от всего помышления наше горце. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Еще молимся о явлении Божьей помощи, милости, мира, жизни, здравия, спасения, прощения, оставления грехов рабом Божиим и Виктору, и Иоанну, и всех здесь предстоящих и молящихся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ты в Своем спасительном домостроительстве, удостоивший Своим присутствием в Кане Галилейской явить брак святым, Ты Сам и ныне сохрани в мире единомыслие Твоих рабов Виктора и Анну, которым благоволил Ты соединиться друг с другом. И сделай брак их честным, ложе их сохрани неоскверненным. Благоволи пребывать им в непорочном сожительстве, удостой их с чистым сердцем исполнять Твои заповеди и дожить до глубокой и бодрой старости.
Ибо Ты Бог наш, Бог милующий, спасающий, и мы посылаем славу Тебе, Своим безначальным Отцом и все святым благотворящим Твоим Духом ныне присно и во веки веков. Доступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. И всего совершенность это мирно и безгрешно у Господа просит. Господи, наставника, хранителя души телес наших у Господа просит. Прощение, оставление грехов, прегрешение наших у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Дай, Господи! Для всей кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Дай, Господи! Единение веры и причастие Твоего Духа. Единение веры и причастие Твоего Духа. И спросивши сами себе друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Человеку, человеку, Господи, вручаемся нашу жизнь и все свои надежды и просим Тебя, удостой нас, Владыка, с дерзновением, не подвергается суждению иметь смелость призывать Тебя, Небесного Бога Отца, и взывать к Тебе. Отче наш, для брачного общения, ибо благословенно имя Твое прославлено Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Исаии ликуй! Исаии ликуй! Девы мужи и родись, сына и мадуй!
святые мученицы. Начал круг года и установил при таинстве брака возложение этих венцов. Ты соедини, насоединяющийся друг с другом этим, воздавал им награду за целомудрие, так как они чистыми сочетались для узаконенного твоего брака. Ты сам при снятии этих венцов благослови соединяющихся друг с другом и сохрани нерасторжимым их брачное соединение, чтобы они непрестанно с благодарностью прославляли Твое Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Возвеличься, жених, как Авраам, и будь благословен, как Исаак, умножайся, как Иаков, и живи в мире, исполняя заповеди Божии. И ты, невеста, возвелись, как Сара, и возвелись, как Ревекка, размножайся, как Рахиль, и радуйся своем муже, храни определение закона, ибо так благословил Бог. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Боже наш, пришедший в Кану Галилейскую, там благословивший брак, благослови этих рабов Твоих, по Твоему промыслу соединяющихся для брачного общения, благослови их вхождение и выхождение, продли им благо и жизнь. Прими неоскверненными, непорочными их венцы в Царстве Твоем и сохрани, Господи, Твоих рабов, чтобы они, как в Кане Галилейской, совершивши чин брака, исполнивши все заключающиеся в нем символы и достигнув единения, высылали славу Тебе своим безначальным Отцом, Пресвятым Благим Устарящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Да благословит вас, да подаст вам долголетие, чадородие, совершенство жизни и веры, и да исполнит вас всеми земными благами, и да удостоит вас получить обещанное небесное благо по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! О, Господи!
Отче и брат святым Христе, Христос истинный Бог наш, молитвами причистия своей матери, святых славных и стефальных апостолов, святых боговенчанных равноапостольных Константина и Елены, святаго великомученика Прокопия и всех святых, помилует и спасет нас, яко милостив и человеколюбец Бог еси. Подожди, Господи! Подожди, Господи, мирное житие, здравие и во всем благое поспешение новобрачным Виктору и Ане и всем зде предстоящим и молящимся, и со родителям их, и сохрани их на многое лето. Счастье мечтаем, вот счастье. Люди по-разному понимают счастье, ищут счастье. Но счастье в одном. Если любишь Господа и живешь по Его Слову, то будете счастливы в жизни. Поэтому пусть вашим светильником жизни, как говорил пророк Давид, Слово Твое, Господи, есть светильник в ноге моей. Пусть Он всегда вам это Слово освещает ваш путь. Вникайте в Него. Исследуйте себя, Писание исследуйте. И носите немощи друг другу. Без этого не бывает счастливой жизни. Помните это. Приветствуйте себя целованием. Так, сейчас подожди. Отца и Сына, и Святаго Духа. Потеряю кольцо. Так, потом в рамочке заделайте. Да, уже это. Свечи можно тушить. Все, приветствуйте. Поздравляйте. Молодых. Так, дальше что, жених на трапезу приглашает? Приглашаю всех на трапезу. Так, жених приглашает всех на брачный пир. После пира будут там. Ну ладно, потом. Серафима говорила, нам ладно, с батюшкой предоставляет по проспорке. Батюшка, вы тоже встаньте. Все, что мне? Посидите. А, ну да. Давай, да. Ну что, все? Ну, кто желает с невестой женихом? Так, то, наверное, так что, за вознаграждение надо. Так просто, не просто что, жених и невеста не каждый день бывает. Ладно, все, давайте, все, приветствуйте. Проходите. Ну, кто первый? Приветствую. Слава Господу! Слава Господу!
Так, братья, сейчас, на улице предлагаю сделать общий снимок. Давай. Выйдем на улицу сейчас и сделаем. Давай. Паша, присядь, присядь. Что ты? Можно пошире встать, не переживайте, все видно. Ура! Очень плохо. Нет, вас можно посередине. Сейчас, подожди. Вас посерединке, немножко не видно вас. Меня не видно? Ну как это меня не видно? Сапожки и курточку положите, пожалуйста. Сапоги. Я сказала, к дереву-то он не сидит. Она хотела, а вот это вот. Мои. Вот сюда, вперед. Ваня!
О, наливочка. Ну все, на меня, пожалуйста, смотри. Сюда наверх. Давай. Никита. Да, падающая. На меня, пожалуйста. Смотрите на меня, пожалуйста. Посмотри на вас вперед. На меня. Ага, давайте все. Колбаса. Смотрим на фотографа. Где? Немножко добрее лица, можно? Уже кушать. Говорят, кушать. Постойте, пожалуйста, я спущусь. Это Андрей, батюшка. Его Андрей зовут. Андрей, уходите все в сторону. Пойдем. Давай, Настя. Вот сюда. А вы вот сюда. 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 Так. Хороша! Пока договорились, да, Коля? Смотри, они моряки, смотри. Я говорю, реальный. 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 Смотри на Романа. Барлыша, сюда. Цветочек чуть. Ага, вот так. Вот смотри на дядю. Вот так. О, солнце. Улыбайся. А что, это мужчина, да? Так, давай. Андрей, сюда еще, обернись, вот меня. Сейчас. Доброе лицо делаем. Ой, сейчас он на нас. Давайте. Все. Можно, пожалуйста, еще? Виктор, вот сюда встаньте на фоне цветов маленечко, на фоне цветов. Вот здесь вот. Сына. Они все похожи на
Вот, все, а Давид-то не приедет? Еще раз. Лёва, белый находится. Брат, святые слова. Давайте, улыбочку. Береза, ага. Маша, нет, вот это стена. Вот если бы вот, не, вот если под березкой это будет. А под этой березкой. Ну можно и. Виктор, вот еще под березкой. Не, мам, ну так и можно его и там есть березка. Ну давай. Хотя вот если свет складывает, наверное, никто не попадает. Неохота, чтобы была машина. Ну вот получается, нет, ну, так или полностью освещение, или полностью темнота. Давайте, сейчас. А я еще сюда. Во, вот так. Подожди, вот так. Если ты сейчас пойдешь, я за ухо туда. Тихо, Фрося. Мне бы объектив был другой. Ладно, пошли. Ох, нафотографируйте же вы сегодня, ну. Ладно, спаси Христос. Виктор, корми уже. Пойдемте трапезы сейчас, братья. Костя говорит, поедем, не доедем. Я езжу, как придется доехать. Там еда, да? Там еда, газуй. Все подсохло, братка. Все.